Да, безусловно, материнский капитал способствует демографическому подъему. Отрицать это трудно, и все статистические данные об этом сегодня говорят. И я считаю, что это является нормальным, достойным стимулом для, в принципе, почти всех социальных прослоек, для того, чтобы, в первую очередь, не бояться рожать ребенка, не задумываться о том, чем и как его придется кормить, или где этому ребенку придется жить, или как его дальше воспитывать, и как давать ему образование. Поэтому все те семьи, которые нормально относятся к этому материнскому капиталу, я думаю, они смогут использовать его в пользу своим детям.